Новоуральск – лидер среди муниципалитетов Свердловской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Наш город занял первое место среди 73 муниципалитетов. Министерство экономики и территориального развития Свердловской области подвело итоги рейтинга муниципальных образований по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2023 году. Напомним, Новоуральский городской округ – одним из первых в области. В январе 2022 года заключил соглашение об информационном взаимодействии с автономной некоммерческой организацией социальной помощи инвалидам и людям с особенностями в развитии «Особые люди». Это одна из инициатив по реализации на территории муниципалитета приоритетного регионального проекта «Социальный кластер». В рамках социального кластера администрация Новоуральского городского округа оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям. Это в том числе Союз ветеранов боевых действий, офицеры Новоуральска, Союз Чернобыль, различные волонтерские организации и благотворительные фонды.